Как легко научиться находить лоты в соседних регионах и при этом зарабатывать большую прибыль, смотрите в этом видео. Всех приветствую на канале Академии Торгов. С вами Артур, я являюсь инвестором и успешным учеником Академии. Для многих участников торгов является большим препятствием посмотреть лот в соседнем регионе. Многие попросту боятся далеко ехать, либо не хотят этого, а для многих, конечно же, кажется, что если они приедут на место, то там их ждет глубокое разочарование. То есть, допустим, если они едут за автомобилем, по фотографиям в отчете об оценке автомобиль целый, а когда они приезжают на место, там нет даже колес, просто одна рама. То есть такое бывает, да. Но существует много способов для того, чтобы посмотреть удаленно любой интересующий вас лот. Но прежде чем я раскрою вам все секреты, обязательно подпишитесь на наш канал, где вы узнаете и найдете для себя много полезной информации, которая точно не оставит вас равнодушными. А теперь давайте познакомимся с нашим лотом. На площадке Лот Онлайн продается КАМАЗ КМУ. КМУ значит кран-манипуляторная установка. Начальная цена 1 888 000, последняя 944 000 рублей. Нам, конечно же, интересен внешний вид. Как я уже говорил, существует много способов для того, чтобы посмотреть лот в другом регионе. Либо вы находите человека через контакт, платите ему деньги, он отсылает вам фотографии. Я уже неоднократно показывал это в наших роликах. Вы можете найти в том городе, где находится лот любого таксиста, скинуть ему деньги на карту, он взамен вам вышлет фотографии. Либо есть простой и самый достоверный способ. У каждого конкурсного управляющего есть ответственность за хранение, то есть за то имущество, которое продается с торгов. То есть вы попросту связываетесь с ответственным, объясняете ситуацию, что вы издалека, и чтобы зря не ехать, пожалуйста, скиньте фотографии, он вам их отправляет на WhatsApp, Viber, неважно. Я также поступил с данным лотом. Давайте посмотрим эти фотографии, которые я запросил у ответственного. КамАЗ в хорошем состоянии, также скажу, что его заводили в январе этого года, то есть несколько месяцев назад. Соответственно, после того, как его завели, он был в отличном состоянии, то есть не к чему было притраться, со слов ответственного. Те люди, которые смотрели данный КамАЗ, были очень довольны им, но скажу, что на тот момент КамАЗ продавался на аукционе, то есть цена была на повышение, сейчас цена у нас на понижение. Также есть копия ПТС, смотрите, 2013 год, дизельный, манипуляторная установка вписана в ПТС. Это очень хорошо для такого КамАЗа, я скажу еще больше. То есть, со слов ответственного, я узнал, что стрела у нас с вылетом 8 метров, грузоподъемность 4,3 тонны, длина борта КамАЗа 6 метров и грузоподъемность самого КамАЗа 5 тонн составляет. То есть, давайте посмотрим, сколько стоят такие КамАЗы на Авито. Самый дешевый я нашел за 2 100 000 приблизительно в таком же хорошем состоянии, да, только за 2007 год. Самый дорогой я нашел за 2 500 000, 2012 год. То есть вы уже чувствуете разницу. На данном этапе цена составляет 1 700 000 рублей. То есть, приобретая на данном этапе, вы уже сможете заработать как минимум 400 000 рублей. И еще не будем забывать о том факте, что данные автомобили легко сдавать в аренду, то есть почасовая аренда, понятно, что они пользуются бешеным спросом, как минимум 1500 в час, соответственно, вы можете нанять водителя и за месяц зарабатывать легко около 100 000 рублей, отбивая свои вложенные деньги. А для того, чтобы поучаствовать в данных торгах и не наделать множество ошибок, я обязательно рекомендую вам записаться на наш бесплатный мастер-класс, ссылка на который находится под этим видео, где вы узнаете, как грамотно составить заявку на участие, как обойти конкурентов и как легко находить подобные лоты, получая огромную прибыль. Все это на ближайшем мастер-классе. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.